Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Strike Force от Marvel. Так, январские 100 тысяч и плюс... так, 2000 сфер. Так, ну что? Насколько я помню, вчера должно быть новое событие. Так, сейчас, секундочку, заберем награды. И почитаем, что у нас тут. Так, доступно событие... Ого, война. Так, побег. Гравитация, сверхзвуковая. Оценка, механический Марвел. Ну и события, бедствий, голод. Также смерть, чума. В общем, все понятно. Неполадки с магазином устранены. Спасибо, пригодится. Так, ну что. Ага. Все вроде бы. Ну что, ребят, сегодня будет новый персонаж у нас на открытие. Давайте, наверное, с него сразу же и начнем. И это Ультимус. Дали мне, ребята, 300, по-моему, 300 осколков за то, что я прошел темное измерение 3. Ну что, вербуем? Ну, нормально. Так, могучий штурм и удар пустоты. Полководец Кри и Вечный, который создает разрушительные волны энергии, силовые поля. Что у него за могучий шторм? Наносит основной цели 90% урона и 10% проникающего урона. С шансом 20% накладывает блокировку способностей. Наносит основной цели и ближайшим врагам 60% проникающего урона. Переносит с каждой цели на себе один положительный эффект, за исключением скрытности и провокации. Вот такой вот, ребята, Ультимус. Я ему еще и повышаю ранг. Нормально. Категория шмоток 1. Это все понятно. Так, здесь я пока, ребят, наверное, ничего трогать не буду. Давайте-ка мы посмотрим. Так, подожди, этапы. Заберем тут. Окей. Так, я смотрю, у нас здесь вот что началось, да, значит. Собирай X батареи и зарабатывай очки события. Угу. Ну, я открыл только змея, друзья мои. Мне теперь нужен Бишоп. Ну и, соответственно, Санспот. Чтобы была команда фуловая. Так, здесь забрали. Ежедневки. Сейчас все это посмотрим. Так, испытания. Давай здесь заберем, наверное, тоже все. Так, здесь тоже заберем. И последний. Тоже это все, ребят, забираем. Окей. Так, в налете что у нас там? Ага, гравитация. Осколки Мидстоун. Ну давай, давай, быстрее там рожай, господи. Сколько дали? 500? А, ну это... Подожди. Мне надо показаться, наверное, там было 50. Да и тут 50 много, ребят. Откуда там? Сейчас быстренько здесь пробежимся. Короче, получается, что Ultimus у нас, ребята, Кри, да? Это с кем он будет вместе? Ну, по идее... Это получается команда Кри, одним словом. Надо собирать ее, чтобы он там вольготно себя чувствовал. Так, солдат. Так, опять солдат, наемник, блин. Так, электро. Давайте, давайте. Это у нас есть фул, носорог полностью. Так, здесь все забрали. Так, что тут у нас? Ну да. Так, и получить сферы. Ну давай, наверное, вот здесь получим. Угу. Ну давай, рискну. Дубликат. Ну, конечно, ребят, дубликат. Что еще тебе может выпасть? Так, пробуем, ребята. Вдруг кого до 7 звезд прокачаем. Плащ.
Ну, это нормально, ребята. Плащ, пускай будет плащ. Так. Оу. Шестая звезда на санспота. Но, правда, у меня его нету еще пока. Но, грубо говоря, авансом мы уже ее получили. Так, друзья. За то, что я проходил второй... Я второй раз, ребят, рискнул пройти... Как она называется, сейчас скажу. Темное измерение. Так, подожди, а где оно? Вот оно. Второй раз я попытался, ребята, его пройти. Вообще можно по два раза проходить события. И дошел вот только лишь до сюда. Дошел только лишь до сюда. Но, тем не менее, я получил достаточное количество наград, друзья. Поэтому сейчас будем кое-что открывать. И хочу глянуть здесь. А, вот так вот нужно проходить. Все, я понял. Я думал, здесь как-то по-другому осколки будут взорваться. Ну, так мне не очень нравится, ребят. Это нужно очень жестко проходить. Хм. Хотя, если за первый этап, а я обычно прохожу до третьего. Слушай, надо будет попробовать. Потому что Красный Халк, это вот сколько, ребята, я не дрался, это какой-то безбашенный чувак. Просто, я тогда помню, он команду, мы выигрывали практически. У него остался один Красный Халк, и этот Красный Халк разбомбил всех у меня. Ну, псих, тебе говорю. Так, ладно, давай, здесь что у нас? Понятно. Так, окей. Давай, наверное, сразу все 16 откроем. Это денежные сферы. Сколько я получил? 3 ляма 300 тысяч. Так, мегасфера. Ну, он у нас открыт. Да ё-моё, блин. Ну, дали какую-то фуфляндию, если честно. Я рассчитывал на более-менее что-то такое посолиднее, но не на это. Такс, ну что, надо, наверное, ежедневки теперь забрать. Давай, давай, давай. Так, пройти испытание это мы сделали. Сферы открыли. Купить припас, вот это я еще не сделал. Купить припасы. Так, здесь. Здесь возьмем. Так, вот это докупим. Ну и все, в принципе, ребят. Больше покупать нечего. Так, секунду, сейчас здесь еще с тобой заберем. Так. Здесь еще заберем. Ага, серебряный самурай у нас получает новый ранг. Кто мне еще нужен, а? Прокси, ну давай прокси возьмем и Шан-Чи. Вот так вот сделаем. Так, здесь у нас всего лишь 2000. Нормально. Хочу прокачать Икариса, ребят. Такс. Получить все. Что у нас там еще есть? У нас сделать вклад. Угу. Подожди-ка, вот здесь заберем. Прекрасно. Ну и вклад. Еще 650 тысяч сверху идет. Прекрасно. Давай все здесь забираем. Так, здесь вроде бы все.
События. Но новых событий у нас, наверное, не будет, ребята. Да застал уже этот кашель. Ну, здесь я просто забираю, ребята, обычные награды наши. Через сотку пускаю. Вот таким вот образом. Ну и потом еще где-нибудь по десятке раскидываю, да и все. Все почему? Потому что и я не могу, ребят, пройти вот этот уровень. Потому что там нужен бишоп. Без бишопа меня туда не пускают. Так что такая вот проблемка. Так, что еще у нас? Что у нас еще? Выполнить 10 миссий. Ага, тратить. Так, участвовать в рейдах. Ну, хоть и написано, не обязательно, но лучше, ребята, выполнить. Лучше, как говорится, сделать и забрать все награды. Так, подожди-ка, еще. А, вот это вот. Хелла выпала. Так, здесь. А здесь вот это забираем. Так, у нас сколько там? Хватит? Да, хватит еще немножко тут в налете повыступать. Угу. И последняя попыточка. Ну вот и прекрасно. Две награды еще сверху у нас прилетает. Открываем, смотрим. Понятно. Понятно. Ну что, теперь остались, наверное, ребят, только события. Получается, да? Это рейды. В рейдах у нас. Сейчас, во-первых, глянем, что там. Продолжение или новое вступление у нас будет. Дальше, дальше. Ну, давай дальше. Опять же, ребята, все на симуляции делаю. Поехали. Блин, мне бы прокачать бы Халка или кому-нибудь до 15-й шмотки было бы круто. Я уже от безысходности начал даже ночную сиделку, ребят, прокачивать, потому что она нужна мне для события. Дожили, блин, ночную сиделку прокачивать. Ё-моё. Кому скажи, не поверят. Она уже просто сама по себе устарела, ребят. Ночная сиделка. Если раньше у меня вот это вот... вот это было топчиком, да? Сейчас уже, ребята, она не топчик, уже далеко и давно. Так, что у нас еще здесь есть, да? Ну, давай дальше. Тоже пробегусь. Ну, я пробегаюсь, ребята, для того, чтобы просто-напросто забрать награды. Вот эти вот. Все это пригодится. Это для прокачки, извини меня, навыков на наших персонажей. Так, ну давай сюда, наверное, 383. Тем более команда довольно неплохая, разберут его в 3 секунды. И сюда. Ну, давай быстренько. Все. Все, что мог, я собрал. Так, что-то тут в магазине опять. Угу. Так, здесь у нас что-нибудь есть? Давай-ка посмотрим. Ага, я могу только лишь подрывника. Ну, давай подрывника. Фиг с ним, как говорится.
Прокачали, блин. Так. Шквал клинков. О, до 7 уровня, что ли? Да, до максималки, ребят. До максималки. А кого я хотел прокачать? Стервятник, да? Да, требуется 80 уровень. Сразу, ребята, его улучшаем. Ага, так, мусорчик. При появлении заполняет шкалу скорости на 10%. И еще на 10% за каждого вражеского героя. Не кисло. Так, больше нету, да? Еще кого-то я хотел прокачать. Тоже требует 80 уровень, да? И тоже сразу у него улучшение. Прекрасно. Потихонечку, потихонечку, друзья мои, растут наши персонажи. Естественно, если бы я начинал бы, продолжал бы в нее давно играть, все было бы намного лучше. Персонажи были бы крепче. И больше было бы их, и прокачаннее, скажем так. Сиделка эта ночная, блин. А нужен, по-моему, 74-й, даже где-то вроде как 75-й нужен. Давай прокачаем тебе. Все равно они у нас участвуют в битвах. Так, здесь что ему надо? Давай-ка я найду, наверное, и повышу ему ранг уже одежды. Еще попробуй найди, блин. Да вы серьезно, блин? Ты посмотри, что творят, а? Неужели, блин? Давай, Икарис. Твою налево, 65 уровень нужен. Максимум 64-й. Западло называется, друзья мои. Просто-напросто западло. Так, Гамбит, тебе-то чего не хватает? Понятно, 48 уровень еще к тому же нужен. То есть сейчас мне его просто-напросто нет резона прокачивать. Бесполезно будет. Карнейджу не хватает всего лишь 8 карточек, ребята, и мы его могли бы прокачать. Титания. Ладно, давай. Хоть не особо мне нравится этот персонаж, но пускай будет прокачанная. Так, самурай же у нас новый ранг получить должен. Ну, нормально, 5 звезд имеет удар палача. Пускай будет прокачанным. Так, смерть пол. 5 уровень снаряжения получает. Сейчас прокачаю тут ее маленечко. Совсем чуть-чуть. Не, она сама по себе персонаж неплохой. Много я ее встречал в каких командах. Довольно резвая. Самое главное, что она снимает, ребята,
этот, защиту от смерти. И этого персонажа, если она убивает, нельзя будет возродить. Такая вот фигня. Исследовательница АИМ. Наемник спецназовец, блин, фига тут у меня что-то. Рука убийцы, откуда они тут понабрали-то себе столько карточек? Тоже 5 звезд. Великий ученый. Кстати, можно ее добить тоже, ребята, до следующего ранга. 3 карточки найти, я думаю, что это, в принципе, не проблема. Пускай получает новый ранг. По звездам, конечно, она очень сильно отстает. Ультимус. 18 ранг. Ой, 18. 18 уровень. И сразу до 4, ребята, он прокачивает. Они все, как только появляются, до 4 уровня прокачивают. Такой, блин, вот этот вот чувак, да? Владеет измерениями. На него посмотришь, блин, ну... Ничего такого в нем нету. Не видно, ребят, да? Чтобы он был какой-то всемогущий, блин. Даже, по-моему, Танос выглядит намного круче. Так, ну что, с персонажами вроде бы закончил. Так, надо мне глянуть. Да, в принципе, если даже там и есть продолжение, ребята, я все равно не осилю. Мне кажется. Так, подожди, ежедневки еще тут. Пятьдесят. Итого. Да мало, по-моему, ребят, да? Там минималка 150 нужно, насколько я помню. А у меня... А, хватает. Так, ну чё, кого я тут... Нет, этого не хочу, не хочу, не хочу. Понятно. Минерву, что ли, прокачать? Блин, ну мне выгоднее, ребята, на 7 звезд прокачать персонажа. Я, наверное, пока тратить не буду. Я пока тратить не буду. Лучше прокачаю нужного мне персонажа до 7 звезды. Чем на 6 звезд. Так, ну что, я хотел глянуть эпическую кампанию, ребята. Есть ли у меня там попытка или нету? Ну, меня там разносят, конечно, трэш. Лечения хватит? Не-а. Не хватает, друзья мои. Всю команду мою в хлам разнесли. А здесь я не смогу, ребят, пройти, потому что... Да, потому что не хватает персонажей. Категория 15. Нужен шмоток. И я не могу здесь дальше, ребят, продвигаться. Да, здесь... Какого? А, здесь 16-я категория шмотки нужны. Да, прокачиваться, прокачиваться, еще раз прокачиваться. Значит, с темным измерением, ребята, у меня никак не прокатит. Так, кара, кара. Попробовать, что ли, а? Вот справлюсь ли я на 3-м уровне сложности? Вот что меня интересует, друзья мои. Да уйди ты, убери ты этот хлам.
Ну, давай попробуем, ребят. Я не знаю, если пройти полностью. Ну, мне кажется, вряд ли я смогу. Максимум двоечку потяну. Это же я выбрал. Блин, это в конце там такая будет заваруха. Тут же, видишь, еще персонаж меняется. Вот то, что я сейчас взял команду, ребята, она, по-моему, до пятого этапа идет, а потом начинаются эти другая команда. И вот, когда тебе дают другую команду, тебя начинают там разносить. Обычно сразу на троечку ставлю здесь, на автобой, потому что, ну, нет смысла здесь долго задерживаться. Сам поединок будет довольно, ну, быстрым, но их очень много здесь. Блин, пустельга, мне очень нравится, ребят, пустельга. И нравится спасительница со своими вот этими бафами. Вообще великолепно. Да, поначалу все легко и просто. И ты думаешь, так будет всегда, но нет. Конечно, единственное, что ты, если, например, не можешь пройти до, ну, третий этап, ты начинаешь с первого этапа и потом потихоньку-потихоньку начинаешь. Я бы, конечно, сейчас, по-моему, ребята, перегнул палочку. Сейчас даже если глянуть. Ну, так вроде бы не очень мощно все, ребят. Попробуем, посмотрим, смогу ли я пройти. Ой, блин, вот это. А, Кри. Ну вот, смотри, даже вот здесь, ребята, уже начинается как бы типа мини такая. Подожди, Кри. Громилу возьмем. Как бы вот с такой командой играть. Тут у меня только кто прокачан? Минерва. Да, в принципе, больше и никто. И вот сейчас посмотрим, сможет ли эта команда вообще. И ей вот так вот, она, например, выпадет где-нибудь в середине, где уже серьезные противники. Там разнесут в пух и прах. Ну, давай смотреть. Так, ну в этой команде что, два лекаря, я смотрю, у нас есть, да? Первый лекарь. Подожди, а это не медик? Нет, это не медик, это призывник. А почему сюда не дали возможности воткнуть? А, Ультимуса, может быть, и дали, просто он слабенький. Если всех всадников апокалипсиса собрать, то можно будет, ну, естественно, ее потом прокачать, эту команду, и идти за апокалипсисом на его события. Гадюка, это домино. Так, минус один. Ну, мы здесь просто, ребята, по уровню вытягиваем, и все. Сама по себе здесь команда вообще ни о чем. У них нет, по-моему, четырех способностей. А, тут даже Минерву мне не дали. Тут обычные солдаты Кри. То есть дешевые вообще. Вот что я заметил. Кри у нас, это кто? Это Ультимус. Это у нас Танос. Подожди, или Танос у нас идет космос. По-моему, тоже Кри. Феникс. Точнее, Марвел. И... Да там дофига, ребята, у них в команде. Если выбрать команду, ну, Кри, расу Кри, там дохренище покажут персонажей. Так, последняя шестерочка. У этих ребят нет массовых атак. Это вот беда прям.
А у них есть. Енот имеет массовую, боеголовка, дракон. Я говорю, тут только за счет уровня можем выкарабкаться. Давай-давай-давай, звездного лорда валите. Ты достал своими танцами, блин, шманцами. Блин, мне бы тоже дракона открыть, а там, по-моему, не хватает, если не ошибаюсь, двух или трех карточек мне. Она, блин, гадина бафает всех. Довольно неплохо. Плюс она еще как медик идет. Ну давайте всыпьте ей боеголовки этой. Есть. Ну тут прошли, нормально. Вон, кто-то уже открывает Архангела. Тоже хотел бы открыть его. Довольно неплохой персонаж. Кстати, а надо посмотреть. У нас, мы сейчас пошли на Ангела, да? По-моему, мы взяли с тобой события. Черт, я не помню, на кого мы взяли. Так, сейчас, секундочку, тут еще что-то надо забрать. Ага, батареи. Слушай, нормально так. 60 тысяч, 12 тысяч. Сейчас получим новые плюшки какие-нибудь. Так, и еще, по-моему, здесь, да? Одно. Да, еще одно. Так, давай смотри здесь. 11, точнее 10. Это 10 сфер. Ну, нормально, 330 пойдет для прокачки скиллов. И здесь. Так, серфер серебряный. Опять он. Понятно. И последнее. Уникальное снаряжение 14 категории, да? Понял. Здесь у нас две сферы на элементы. А тут... О, содержит фиолетовые. Вот это хорошо, ребят. Фиол, шмотки, это здоровские. Ну, конечно, для меня бы сейчас уже бирюзовые надо. Две, надо их, мне, по-моему, 16 для того, чтобы поднять уровень шмоток. Категория, по-моему, они идут на 14 или на 15 уровень. Подожди, подожди, что ты делаешь, Рэй? Не то, не то совсем. Для буянов. Ну давай для буянов возьмем. Так, и сразу же, наверное, закуплю здесь все эти припасы, чтобы прокачивать Изу. Так, отлично. Сейчас, секунду, что же я еще-то хотел? А, подожди, сейчас гляну. О, ребята. Нужно еще одна. Блин, не хватает всего лишь 6. Сколько, я помню, они... Ага, в темном измерении. Это где же они в тем... А, ну это, наверное, за полное прохождение. Это награда за 100%. Они, скорее всего, здесь будут, да? 20 случайных предметов. Опять же, ребята, я так и не помню, там
по времени тоже считается, что ли. Чем быстрее ты пройдешь, тем лучше у тебя будет награда. Но тут осталась, по крайней мере, одна. Здесь одна, здесь одна, здесь одна. Они все, блин, практически. Блин, вот не хватает одного, а. Так бы, ребята, он получил у меня уровень шмоток 16. А здесь чего? Блин, здесь трех не хватает. О! Ничего себе. Ну, этот парень хорош, хорош, ребята. Несмотря на то, что он уже старый персонаж, Альтрон, он все равно, ребята, держит марку. Опять же, за счет призыва роботов. Аристократка прокачалась у нас. Опять же, ребята, по шмоткам. Йо-йо. Йо-йо, ребята, и если я не ошибаюсь, не только йо-йо, вот сейчас кое-что тебе покажу. Для того, чтобы проходить некоторые события. Опять тут что-то получилось, денежная сфера. Так, для того, чтобы нам проходить некоторые события, например, я уже начал... за кадром, естественно, ребята, проходил. Это вот на Адама Орлока я прошел вот здесь первую, вторую. Теперь нужен Джубили и все эти четвертые шмотки, так, снаряжение восьмой категории. Я прокачивал их до шестой в начале категории шмотки. Теперь нужно до восьмой всем, ребята, им. Как бы кажется ничего страшного, но, ребят, блин, искать вот это вот все такое, знаешь, тоже. Ну и, соответственно, им нужен соответствующий уровень, чтобы они эти шмотки хотя бы могли носить. Для этого нужны кредиты. Для этого нужны кредиты, чтобы я мог им прокачивать уровень. Так, ну что, давай тогда мы Знаете что, я думаю, может быть мне... Я, по-моему, на ангела. А, мы хотели еще глянуть, сколько нам на ангела нужно. Карточек. Может быть, мне достаточно и первую категорию пройти. Там не очень много, по-моему, карточек. 20-30, что-то типа того. 20, ребята. 20 карточек нужно и архиангел. А 20 карточек, сейчас, подожди секунду, посмотрю. Да, мне достаточно пройти первый этап. А я замахнулся на третий, конечно. Ладно, давай хотя бы просто глянем, докуда я смогу здесь вообще дойти. Да что, опять? А, я же думал, опять они. Блин, я бы, конечно, бы хотел полностью команду Пегаса брать здесь. Например, вместо... Меня просто тут вынуждает брать. Вот я бы вот этих вот двух не брал бы, я бы лучше взял бы сюда этого Сокола и Железное сердце. То есть это была бы фуловая команда Пегаса, и они бы друг друга дополняли, и было бы все круто. Но видишь, те персонажи у меня очень сильно отстают. И мне кажется, нет смысла брать непрокачанных персов в бой. Так, ребята, у меня еще и полчасика есть поиграть, для того, чтобы... У меня сегодня тренировка просто... Готовлюсь потихоньку. Поэтому я поставил здесь на автобой, чтобы долго не задерживаться. Так, 12 персонажей здесь. Так, отлично. Тут, ребята, как и в черепашках нельзя. Чем больше у тебя персонажей с массовыми атаками, тем лучше для тебя. Как в черепашках мы с тобой, ну, проходим и радуемся тому, что быстрее уничтожаем орды противников. И здесь та же самая, ребята, петрушка. Причем желательно такие массовые атаки с офигенными. Вот такая неплохая, ребята, атака.
Мало того, что она массовая, а они еще там кучу дебафов на противников вешают. То есть вообще топчик. Если сейчас открою Архиангела сегодня, то потом я, наверное, за кадром открою Чуму. Кто у нас там еще? У нас... А, вот Красного Халка хотелось бы открыть. Но, понимаешь, дело в том, что мало его открыть. Нужны еще карточки для того, чтобы его прокачать. Так, уже 312 тысяч. Но пока, как ты видишь, команда здесь довольно неплохая. И они, естественно, разберут. Но вот потом, если они ближе к финалу нам дадут, например, команду Кри против там сотых. Я имею в виду уровней, да, и прокачка шмоток. Тут же написано было. Уровень шмоток... 10 категории, не меньше. А кришники у меня прокачаны там. Шмотка 5, это максимум 6. То есть они просто не справятся. Ну, не вытянут. Эти-то ребята тут разорвут у них, потому что 14 и 15 как минимум здесь категория шмоток. Для них здесь сосунков этих разобрать просто на изи. Так, с первым отрядом покончено. Так, смерть пол улетела в бездну. Ага, такой деловой. Давай, бомби. Блокируем лечение. А, там не то, что блокирует, там вообще всех разнесла. Пока все идет неплохо, но, ребята, еще раз повторяю, это пока. Где-то уже с, начиная с середины события, идет какая-то жесть, там очень много волн. Очень много противников сразу против тебя выставляет. По крайней мере, было до этого на похожих событиях. Ну, тут 22-23 тысячи мощей у противников. Это, ребята, пока изи. Обычно самый последний бой, самый жесткий. Как я помню, проходил на кого его? Ближайшее тут было событие. Красного Халка. А, команда Халков туда. Всех там, начиная. Халк, Красный Халк, Брикс, или как его там звать там? Рестлер-то этот. Зеленый Халк. Молодой. Женщина Халк, блин, там пипец. Всех разобрал, говорю, кроме Красного Халка. Халк Красный просто там всех разобрал мне. В соло, блин. Потому что он псих. У него массовая атака, когда он валуном бьет по земле. Там куча урона. Так, смотри-ка, команда Таноса прибыла. Ну тут 22 тысячи против, извини меня, 160-170. У них, ну, шансов вообще ноль. До свидания, Эйп. Новый рекорд. И вот самое обидное, если ты проигрываешь, вот эти очки тебе не засчитываются. То есть ты не получаешь награды. Ты должен обязательно пройти полностью событие. Ну давай дальше. Так, сколько? Ну здесь... Сколько боев-то еще осталось? Раз, два, три, четыре. Пять. И это пять боев плюс... Промежуточные, они же тоже вроде как считаются за поединки. Боев 8-9. Ну, сейчас быстренько пробежимся. Я говорю, если потяну, ребят, то я уже не буду вас таймить вот этим прохождением. Я уже там за кадром сделаю, потом просто... следующая серия будет уже на открытие персонажей. Но опять же, чтобы идти на апокалипсиса, нам нужно будет их прокачать, потому что нет смысла идти с первым уровнем. Да, железный человек разошелся, просто один выстрел, один труп, как говорится. Тут вообще
Слушай, что-то как-то уж больно легко. Если я третью категорию пройду так на изи, я тогда возьму пятую или шестую тогда в следующий раз. Что-то уж как-то больно легенько идется. Не хочу, конечно, заранее говорить, что все будет дальше изи. Но судя по тому, как мы разбираем, я бы мог действительно пятую или шестую категорию взять. Слушай, а наверное, так и получится. А на пятой, шестой категории сейчас, подожди, посмотрю я. Ну да, это было бы вообще, ребята, идеально. А ведь кто-то проходит 11-й этап. Причем шутя. Вот, начинается, ребята, блин. Пипец. Я так и думал, что будет что-нибудь в этом роде. Ладно, я думаю, что за счет Дэдпула и Росомахи мы здесь потянем. Там 25 уровень, да? 25 тысяч мощей противников. Но опять же, у меня команда-то несбалансированная. То есть они сейчас будут отхватывать. Почему ставку делал на Дэдпула и Росомаху? Только из-за уровня, ребята. Из-за уровня их прокачки. Даже уже видно, что... Да, видишь? Малорик. Отлично. Этот Сэм Бесявый тоже. Вот, кстати, мне нужно его открыть, ребята. Мне не хватает этого персонажа для одного из событий. По крайней мере, раньше надо было. Блин. Шури прибыла. Шури — это у нас баффер. Причем довольно неплохой. Как она меня раздражает, это тут бьет от одного от другого, отскакивает. Посмотри, серия атак, блин, у нее какая. И в этой команде у меня нету кого? Медика нету, ребята. Блин, я чувствую, Кейбла они завалят. Ты заблокировал, блин, ты такую мощную атаку сделал в блок. Молодец, блин, Дэдпул, ничего не скажешь. Завалит, точно, все, Кейбла нету. Вот у Росомахи еще прикольно, ребята, у него самохил идет. У Дэдпула есть, по-моему, возрождение. Псейлок. У нее ничего нету, по-моему, ребят. Но она как дамагер. Нифига себе, Дэдпул. Подожди, ребят, нет, тут надо уже брать. Как она меня бесит, а, тварь, блин. Ты посмотри, блин. Бесконечно бомбит. Блин, ее не завалить она. Этот еще в этот провокацию встал. И массовых атак здесь нету, да. Шлендра, а. Короче, сейчас разнесут мне здесь этот еще и оглушен, блин. Вот тварь, блин. И в инвиз постоянно уходит. Но если они Росомаху разобрали, то это все, ребят, это уже. Фига, она там его выкинула. Так, она в инвизе, блин. Вот эту тогда надо шлендру валить. Этого грохнут. Да, по-моему, тут все грохнут сейчас мне. Угу. Сейчас базухи бомбанет, гадина. И она уже отхилила себе. Прикинь, все, хп, блин. Вот мразь бесевая, блин, а. У них что, у всех уклонение, что ли, блин? Это бесполезно, короче. Дэдпул почему-то, ребята, не возродился. Интересно, почему? Бесева это Накия, блин, а. Он
блокирует урон. Блин, это все призывает и призывает, а? Мария Хилл, блин. Ты видишь результат. Причем я бы не сказал, что они тут супер мощные, блин. Бедная Росомаха. Вот, Наки, по-моему, больше, ребята, урон наносит. Она же... Есть. Это 5, это последние противники, да, получается? Теперь вот эту, вот, либо Марию, блин, уничтожить, либо вот эту вот. Черт его знает, кого тут... Да ты заколебала ты, а? Поехали. Есть. Гадин уничтожил. Вот это убрать. Наемники фигня, ребят. Без поддержки, без бафа, а не фигня. Вот надо кого гадить. Блин, за медляху повесили. 3 штуки. Давай попробуем. У нее уклонение же стояло. Чего она там себе поставила? 3 уклонения, блин. У этих еще 3 защиты от смерти, прикинь. Ну да, ребята, у нее блок стоит. Этот должен сдохнуть. 2 кровотечения висит на нем. Я думаю, что с Шеном, Шерон, точнее, я один на один разберусь. Есть, все, ребят, прошли мы этот этап. Ну, там, блин, красный хал. Ну, если они открывают все легко так и быстро, то значит событие изи. Дэдди открыл Архангела, этот красного Халка открыл. Значит, я что-нибудь да открою. Слушай, ну прошел, опять же, ребята, вся ставка была на Росомаху. Я говорю, Наки, вот ее только убрали, и все, и сразу пошло дело в гору. С ней тут как-то было проблематично. Она уже больно, блин. Ты видел, атаку за атакой делает. Так, а эта команда тут, ё-моё. Нет, ребята, вы уже отдыхайте. Ну-ка нафиг вас. Я возьму вот эту вот. Жалко, здесь нету симуляции атаки. Я бы на симуляцию бы, ребята, быстренько бы проходил бы. Но здесь так нельзя. Здесь надо своими ручками, либо на автобое. Но ты обязательно должен присутствовать. Ну вот сейчас вот единственный, пока был проблемный поединок, это вот до этого, что мы видели с тобой, где Росомаха вытянул. В остальном я пока никаких, ребят, проблем не вижу. Тут 13 противников, не так уж и много. Потому что другой возможности, ребята, получить на них карточки, ну, не считая того, что если где-то тебе выпадет случайно, нету. В магазинах они не продаются, вот эти вот. А если продаются, то за очень большие ресурсы. Так что вот это событие очень кстати здесь. На открытие всадников апокалипсиса. У него, кстати, здесь команда какая-то не очень хорошая. У него колдуны плюс... Ну, несовместимость какая-то идет. Вот так вот их всех, правильно. А, Феникс же у нас, да. Она же у нас возрождается. А что это такой хмы-то? Защита от смерти у него... Вот она так и долго держится там.
Все, наконец-то выбили его. Ну и зомби Iron Man. Сейчас отдуплится. Прекрасно. Блин, ну тут, конечно, что-то так долго еще, судя по тому, как шкала набирается. Думал, там 7-6 поединков, а там еще, оказывается, дофигище получается. Да нет, раз, два, три, всего три поединка, ребята. Так, 19 тысяч мощей, каких дают бойцов, отлично. Слушай, если и дальше вот так же будет, то мы, наверное, ну, я уже за кадром, возьму все-таки либо пятую категорию, либо четвертую. Единственное, да, будет проблема вот с командой, где люди X. Вот там будет, блин, проблема. Потому что ты сам видел прекрасно, что этот у меня на соплях выжил, Росомаха. Но если их чуть-чуть хотя бы прокачать, чуть-чуть хотя бы пару уровней снаряжения поднять, то я думаю, мы бы справились бы. Здесь у этих противников вообще шансов нет. Нет, 20 тысяч против, я говорю, 150-160. У кого-то даже 200, как у Пустельги, например. Вообще нету шансов. Просто сметаем здесь. Даже Адам здесь не поможет. Хотя команда на самом деле мощная. Вот эта вот. Это с возрождением, блин. Адам Уорлок. Тоже хочу его, ребят, себе открыть. Я бы вообще хотел бы Икариса и Серси прокачать. Но у меня прокачивается пока Икарис, а на Серси я не могу найти, ребята, ни осколков, ничего. Поэтому она у меня как бы отстающая. Причем очень сильно. Это кто там у нас? А, черная пантера первой категории или что-то? Это Уорлок, блин, бесявый хмырь. Так, у этого что, защита от смерти, да? Мы-то ее и собьем ведь. Он не жилец. Следующая пятерочка игроков. Мерзость. Паучиха-ткачиха была, улетела. Вот этот Шан-Чи, ребят, блин, каратист фигов. Просто бесявый. Я видел, ребята, 300... Как-то мне надо было на поединке сыграть. Я просто выбрал 365 уровень. Просто один удар, один труп в моей команде был. Просто каратист фигов. Всех разнес. Ну что, еще два этапа, ребята. И в принципе... В принципе, получим осколки. И откроем архиангела. Слушай, ну чувак неплохой архиангел. Мне понравился. Против него я дрался. А, даже последний поединок. Ну, какую команду? Есть. Значит, пройдем, ребят. Я говорю, тут единственная проблема была только в одном поединке. С людьми X. Все. Так, сколько их тут сейчас будет? В конце обычно самая такая, ну, лютая команда выставляется. Но не в этот раз. Потому что против них, сам понимаешь, довольно серьезные у нас ребята выступают. Так что, соответственно, здесь всех разнесем. Бедная Пустельга, запинали ее, блин. Тут достаточно пару массовых атак, например, Железный Человек вместе с кем? Со Спасительницей. Ну, пусть Эльга тоже пойдет. Сам видел сейчас только что. Так, Человек-паук. Рокер. Фигня. Вот про это я и говорил. Все, ребята, событие пройдено.
События пройдены, третья категория. Сейчас посмотрим, сколько нам наград дадут. Если нам дадут и за первую категорию, и за вторую, и за третью, то это будет приличное количество осколков. По крайней мере, хватит открыть, может быть, даже пробафать. Угу. Награды. Сколько? Четыре. Подожди. Четыреста двадцать пять нужно набрать как минимум. Четыреста двадцать пять — это с шестой категории? Да ну, ребята, вы чё? Такого быть не может. Подожди. С шестой категории. Ну, с шестой категории, ребят, я не пройду. Блин, что за жесть такая? Так, друзья мои, ну что, я тогда, наверное, снаряжение... Это-то я пройду, блин, вот этими... Так, подожди, и это везде так надо будет, что ли? Прикинь, это везде нужно будет, 400... Я и думаю, что-то уж больно как-то легко. А потом, когда у тебя будут всадники, ты сможешь... Видишь, требуется 5 персонажей, 7 не смерти со снаряжением. А, еще до 13 категорий их нужно прокачать. Всех. Так, ребят, я бы, конечно, бы еще бы сейчас сделал бы пару попыток, но мне нужно идти уже на тренировку. Ладно, друзья мои, мы увидимся тогда в следующей серии и посмотрим, что у нас там выйдет. Время ограничено, 4 дня, поэтому за 4 дня надо попробовать убить максимум. Так что на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.